при поддержке Aviasales, поисковика дешевых авиабилетов. Меня зовут Виталя, и я реальный кекс. Я любую чику разведу на секс. Когда я захожу в клуб, все в шоке. Ты меня не знаешь, парень. Делай ноги. Вы что, ебанутые, что ли? Гарик, я тебя вижу. Привет. Привет, Гарик. Азамат, как ты похож на Тупака. А, это ты на первом плане. Я думал, на первом плане. Ну, давай, ладно, что мы делаем? Какой давай. У нас... Давай, есть? Нам надо объяснить, что мы будем делать. Мы будем петь с тобой песенки друг другу. Так. Переделанные. Переделанные — это как? Объясни для озадачившегося сейчас зрителя YouTube. Что значит переделанные? Мы взяли исполнителей и переделали. Ну, мы понимаем, что их уже не переделать. Мы переделали их песенки. И вот будем сейчас петь. Но смысл в том, что ты не должен смеяться над моими песнями. То есть ты должен сделать покер-фейс. Давай, камень, ножницы, бумага. Кто первый? Давай словами. Мы говорим, камень, ножницы, бумага. Я говорю, бумага. А ты говоришь... Но давай так. Так как я армянин, а ты казах, ты говоришь камень, ножницы или бумага на казахском, а я на армянском. Давай, раз, два, три. Тимиртас. Это бумага, а таз – это камень, правильно? Да, ты накрыл, да. Ты победил. Все, я победил. Все, пока, давай, увидимся. Пока, счастливо, прекрасная была игра. Просто здравствуй, просто как дела? Настроение вот, заебись. Это не шутки, ведь это поперечный. Розовый фламинго, тату на попе. Будет очень трудно с такой на зоне. Кукла Маша, кукла Даша, чуть подздуешь, станут старше. Регби в ночи, когда совсем дебил. Я не касался писи козла. Я не касался писи козла. Писи тёш. И огонь, и вода. После KFC и молока. У меня короткая песня. Да, давай. Обсыпьте меня куркумой, пряным подвигаться. Если б я был султан, я бы стал закон. Всем большой стропон. Я сегодня немного пан, и не сяжду же штурвалец. Рестораны что ж та замкнуть, и пьешь нуля нож на липец. Таксич, таксич, возьмиш, возьмиш, я ж армянский пан, ночный хулиган. Ну, мы же не уговора же не было, что только на русский надо. Это самое. Хорошо. Я переделал на чешский. Вот такое, короткая песня. Возбуждение сорвало тост на день рождения. О, наша жизнь. Хуйня. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ну не смейся, еще только это интро. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее из тысячи, не по рту, по ушам, не по голосу. У нее уникальная фишечка.
из ноздрей растут. Гладиолы. Вот такая песня. Тщетно курить пытались свадебные цветы, свадебные цветы, гости из Алматы. На самом деле я сдался раньше. Я хочу хавчик еще, охуенный хавчик. Этот парень пиздец какой тупой! Спорим, что невозможно, чтобы ты не умер от смеха. Звони в скорую, скажи, что приезжали с капельницей, тонометром и адреналином. В зоопарке скандал! Все заняты спорами! Кто трахал куниц? Орлы или дороха? Нужно... Похожи симптомы. Это просто охуенно. Просто охуенно. Карик, я поздравляю тебя. Какой ты мне приз приготовил как победителю? Ну, вот я его изначально же показал сразу. А, это фото... Вот я с радостью приму и повешу у себя. Подписать тебе от Тупака Шакур. Ты можешь называть меня пидор. Ты можешь называть меня сучкой. Просто... Ты дай знать, где ты есть, где ты находишься.